Итак, добрый вечер, дамы и господа. С вами Максим Куэл-Эдик-Дош. Сегодня 17 сентября 2010 года, и я веду свой прямой репортаж с улиц города Одессы. Хочу вам сообщить очень важную новость, потому что раньше я был в неладах с хип-хоп-культурой города Одессы, и так сложилось, что с многими ее представителями я не мог найти общий язык, и поэтому, скажем так, немножко испытывал какую-то ненависть, какое-то презрение, скажем так, хип-хоп-культуре города Одессы. Но сегодня произошло очень важное событие, оно произошло так или иначе при поддержке Компота, вот, битмейкера группы ОДМ, которая скоро выйдет EP. Вот, и именно поэтому, именно благодаря этой сходке, скажем так, многие неполадки между мной, Максимом Куэл-Эдик-Дош и одесским рэпом были решены, и так или иначе, скажем так, у нас больше бифа с одесским рэпом нету, с многими представителями я нашел общий язык, контакт наладился. У нас все теперь круто, отлично, вот. Так что, скажем так, все слухи по поводу моих неполадок с детским рэпом официально расторгнуты после этого видеоролика. Итак, ждите мои другие видеоролики на моей официальной странице ВКонтакте, vkontakte.ru/cruel-edic-bestabil и на моем официальном ютубе youtube.com/mccruel-edic-bestabil. Peace out.